5, двигатель 42-16. В общем, была такая проблемка, перегревался двигатель, вот. Было поменено все, что только можно, были поменены шланги, были поменены патрубки, менялась крышка, радиатор. Эта машина была когда-то рабочей, и там через автосервис, через техничку было поменено все. Но проблема так и осталась, постоянные перегревы. Пришлось поставить кнопку принудительного включения вентилятора для того, чтобы, когда двигатель греется, его включать. Далее ставилась вот в эту сторону канистра, соответственно, и для того, чтобы капот был приоткрыт, чтобы обдувало воздухом. Но в итоге нам все это надоело, мы поехали на станцию технического обслуживания для того, чтобы провести компьютерную диагностику и понять, в чем же все-таки причина. И в итоге выяснилось, что... Пойдемте, я вам сейчас покажу. У нас на автомобиле стояла вот такая крыльчатка. Обратите внимание, в какую сторону у нее смотрят лопасти, да? Лопасти смотрят у нас в эту сторону. Вот, а сейчас мы попробуем, но я не знаю, наверное, я думаю, что будет уже, наверное, не видно. Вот, если сейчас вот сюда заглянуть, вот видите, я немножко отодвину, да? Лопасти смотрят в другую сторону. В общем, рассказываю, в чем произошла причина. В нашем случае, когда крутилась лопасть, воздух не обдувал двигатель, а засасывал его. То есть воздух засасывал, и происходил перегрев двигателя. И нам сказал механик, что вам нужно поменять крыльчатку. Вы поменяете крыльчатку, которая будет крутиться в нужную сторону. Вероятно, что вам просто поставили не ту крыльчатку, не к этому автомобилю, потому что разновидности двигателя «Газели» их огромное количество, как вы все прекрасно знаете. В общем, итог, мы поставили крыльчатку, она стала крутиться в другую сторону, и температурная стрелка осталась на своем делении, вперед она не двигается. Вот, проблем, соответственно, никаких не стало, двигатель не перестал перегреваться. Поэтому, ребят, если у кого-то есть такая же проблема, вот, и вы все тоже так же, как мы, перепробовали, попробуйте поменять крыльчатку, и я думаю, что проблема решится. В общем, вот, еще раз показываю, вот как выглядела старая крыльчатка, в какую сторону ее смотрели лопасти. Если у вас то же самое, в ту же сторону смотрят лопасти, да, то попробуйте поменять крыльчатку. Вот, у нас проблема решилась. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, всем удачи!